Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Ну что, давай зайдем на события и посмотрим. Эволюционная борьба, защитить свою территорию, боссы всемирных событий и дружь земли. Милодон. Ничего себе. Так, ну что, начнем, наверное, все-таки с защиты территории. Арамбургиана, тираннозавр и дарвиноптер. Угу. Ну, если я, например, сделаю уэрхозавр и апатозавр. Так, подожди, нет, вначале мы возьмем с тобой диплотатора, а уже потом апатозавра. Давай посмотрим, что у нас из этого получится. В принципе, против двух летающих у нас с тобой есть травоядники, но мне не нравится. Мне не нравится, что здесь тираннозавр. Он, наверное, будет его, скорее всего, брать. Тогда нам придется брать диплотатора. Ёк-макарёк, 918 к атаке, ты представляешь? Да. А я сделаю вот так вот. Я пожертвую уэрхозавром. Да, друзья мои, пришлось мне им пожертвовать. Так, раз, два. А, три тут получается. Раз, два, три. И раз, два. Так, этого вырубаем. Ну и смотрим, что тут у нас получается. Ёк-макарёк, 1200. Очень интересно. Так, получается, он две оставил, да? Две, два бонусных очка. Раз, два. Раз. Получается, вот этого нам достаточно будет. Проверим. Нет, ребят, недостаточно. Что же ты будешь делать, а? Ха. Опять оставил себе два, да? Короче, я делаю вот так вот. Ты гляди-ка. Вообще ничего не стал ставить себе, а? Ага, 4, значит, все-таки в лицо мне дал, да? Раз, два, три. Раз, два, раз, два. Так, ну что, вырубаем. Дарвиноптер, сколько ты взял себе? Пять. Ну все, друзья, ему крышка. Дарвиноптером, по идее, мы должны разобрать. По идее, ребят. Да, должно хватить. Все. Ну что, здесь мы свою территорию защитили. Давайте теперь посмотрим, что у нас там в дальнейших боях. Кого нам там выставят? Тираннозавр, гиганоцефал и опять же тираннозавр. Но здесь, естественно, нужны нундагозаврики. Так, а здесь мы возьмем кого? Раджастегу, в принципе, можно прихватить. И, наверное, еще одного диплотатора. Только... Да ладно, в принципе, нормально. Я думаю, что... Ну, нундагозавр выдержит атаку гиганоцефала этого. Здесь, соответственно, нужно бомбануть сразу же. Вместо того, чтобы бомбануть, ребята, мы взяли бонус, да? Так, а он гиганоцефала позвал. Ну-ка, давай проверим. Давай так сделаю. Вот жучара обманул меня, а? Я думал...
Естественно, естественно, сейчас, по-моему, тираннозавр мой упадет. Я сделаю тогда вот так. Мне все-таки интересно, кто будет первый атаковать. Меняет. Опять он своего гигантоцефала позвал. Ну, я предлагаю, наверное, все-таки сделать 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот. 5 к 1, отлично. Ну, понятное дело, что мы потеряем Раджастегу. Тут уж ничего не поделаешь. 2 атаки он потратит, скорее всего. 4? Ну, он что-то погорячился, по-моему. Значит так, он оставил себе 2 бонусных очка. Тут либо он их в защиту поставил, да? 1, 2. 1, 2. Да, он поставил их в защиту, но этого не спасает. Все, ребят. Ну, а дальше, как ты понимаешь, он пробить меня не сможет, потому что я поставил 2 защиты себе. Но атаковать, мне кажется, он тоже не будет. Так и есть. Поэтому мы сделаем с тобой немножко по-другому. Этот парень пойдет у нас опять же на мясо. Деплотатор. Он должен расколоться. Вот он раскололся. Раскололся как орешек. Ну и естественно нундагозавр уже его вырубает. Да-да-да-да-да, можешь там не верещать, все, тебе крышка. Круто. Так, ну и еще у нас, по-моему, этот поединочек будет, да, один? Сейчас посмотрим. Да, еще один. И кто на этот раз? Пристазух, тираннозавр и метапозавр. Ну, тут понятно, берем птеродактили, топиелозавра. Идем Рафадона, что ли, брать? Нет, по идее, нужно нам с тобой брать кого-то вот типа деплотатора. 125, что-то дорого-то такое. Ладно, возьмем идем Рафадона. 3 птерозавра у нас. Ты посмотри, мы почти с одной атаки, ребята, вырубаем Пристазуха. Оставляем ему совсем немножко хп. Классно бомбит, конечно, птеродактиль. Меняет, ну, понятно, тираннозавра. Еще и атакует. Смело. Тебе же крышка, парень. Иди отсюда. Пристазуха. По-моему, он ничего здесь не сделает нам. Ну, ударит, да, но мы выживаем все равно, ребят. Так, делаем 1 атаку и 2 бонуса. Да, птеродактиль, конечно, у меня погибнет сейчас тут. Ничего не поделаешь, но топея лозавра, я думаю, что с метапозавром тоже справится. Окей, вырубил, ничего не сделаешь. 654 к атаке. Ну, соответственно, ребят, конечно же, сейчас полностью тут идем в атаку. И метапозавр, короче, отдупляется. Ну вот и все. Защита территории прошла довольно успешно. Забираем теперь награды. Колесо призов. Ох ты. Леоплевродон. Легендарочка нам выпала. Слабенькая, но все-таки, ребят, легендарочка. Так, здесь забираем награды. Кстати, нам нужно посмотреть, что у нас там. Ежедневки-то какие. Использовать ускорение, совершить сделку. Давай-ка сделку быстренько с тобой сделаем. Так, это не то. Увеличивает запас УЗ. Нет, не хочу. Сувенирная лавка. Ну, вот это вот можно...
Это я не хочу. Так, фигура птозавра на еду. Очки доверия на... Вся команда получает случайно редкие моды или... Ох. Слушай, это нормально так. Очки доверия, баксы, здания. Ларек с мороженым. Обменяем на ДНК. Да и фикси, пускай обменяется. Окей, здесь забираем. Открыть наборы карточек, собрать моды. Один мод нам нужен, да? Всего лишь. Давай-ка. Дельта, дай что-нибудь нормальное, а? Лучше пак. Дают закалку. Увеличивают запас УЗ на 20%. Ну, нормально, тоже пойдет. Жалко, конечно, не всей команде, но нормально. Так, использовать понятно. Потратить... А, еду еще нужно потратить. Нам еще нужно хавчик потратить. Так, а если еду тратить, то на кого? Мы же вроде бы как бы оставляли, я помню, кого-то. Я не стал специально прокачивать, говорил, что... Нет, тот здесь это не то. Вот, по-моему, да. Лабиринтозавр. Да ладно, и не хватило. Как так-то? А что у нас тут? Блин, я стегаты. Ну неужели? Неужели она прокачалась, ребят? Это ж сколько времени я ждал. Заодно, кстати, мы ее и... Есть. Так, ладно, тогда докормим полностью. Даже еды не хватило, прикинь. Вот это фокусы. Блин, когда 51 уровень, ребят, там осталось совсем чуть-чуть. Слушай-ка, нам, наверное, надо... Чтобы начать эволюцию... Так, это понятно. Так, нам нужно еще ускорение 3 сделать, да? Так, поместили. Давай, 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 быстрее. Поместили. Так, и последнее. Сейчас ускорение сделаем. Тропиогнат. Ну, поместить. А, тропиогнат у нас, понял. Все, пускай здесь стоит. Ну, будет у нас? Есть, друзья мои, наконец-то. Наконец-то 52 уровень мы зарабатываем. И у нас Тиранодон, насколько я помню, будет теперь доступен, если мы, конечно же, победим. А мы победим. Так, здесь забираем с тобой награду. И переходим с тобой... так, схватка, вот она. Да, Птеранодон. Зухамима сюда обязательно нужно было втыкать, а? Так, берем с тобой Анкилодока. Стегоцератопс, я думаю, здесь будет самый-самый смак. И Ихтиостега как раз против Зухамима. Давай посмотрим, что у нас из этого получится. В принципе, должно все быть тип-топ. Птеранодон, 30 уровень. Сразу начну с атаки. На тебе. Да, Анкилодок, конечно, хорош. Против летунов вообще имба. Он сейчас испугается, конечно, он будет брать Зухамима. Вот если нам смысл брать с тобой, наверное, нету. Я перестрахуюсь и сделаю... Я вот так вот сделаю. Угу. В принципе, мы выживем, да? Даже если он две атаки нам нанесет. Он ничего не стал делать. Поэтому берем Ихтиостегу и все сливаем в атаку. Абсолютно все. Да, минус Зухамим. Естественно, Ихтиостегу сейчас Птеранодон завалит. Ну а дальше сам понимаешь. Все по написанному будет. Травоядники против летунов.
Это стопроцентная победа. Угу. Их тестегу мы теряем. Ну, это ничего страшного. Так, он оставил... Он оставил одну очку действия себе. Значит, он на следующего Птеранодона это передает все, да? Окей. Ну, ты сам видишь, 353 хп. Не должно, по идее, в принципе, ребят, получиться у него. А вот у нас должно. Вот и все. Вот мы его и добили. Ну что, теперь нам доступен Птеранодон. Он как раз нам пригодится для того, чтобы делать, ребята, из него... Ах, красота. Вывести. Подожди, а у меня... А, у меня же еще и тиранозавр. Ёк-макарёк. И... Ух. Тогда давай, он, если у нас там столько всяких существ. Так, где у нас легенды? Так, боссы, хищники. Угу. Нет, так дело не пойдет. Так, что у нас там, хищники, да? Тиранозавра надо тоже выводить. Да, активируем. Так, Леоплевродон, по-моему, да, у нас где-то здесь еще затесался. Водоплавающий, возьмем всех. Вот он. Выводим. И кто-то же еще. Кто-то еще у нас там был. Из легенд. Сейчас посмотрим. Ага, Скафагнат. Ладно, пускай будет Скафагнат еще здесь. Теперь мне захотелось посмотреть, Птеранодон, он с кем вообще может скрещиваться и какой гибрид из этого получится? Давай мы посмотрим. Так, Птеранодон. Где же ты у нас тут? Это Аэротитан. Вот он. Перейти. Гибрид. Залмаксес. Ну, такого у меня нету, ребята. Залмаксеса, к сожалению. Я даже не знаю, где. В белой мгле его можно выудить. Но, опять же, сам понимаешь, шанс очень маленький. Так, эволюционная борьба. Тут микро-супер-ДНК. Я даже не знаю, наверное, не будем мы сюда идти пока. Что за... Этот, давай глянем, может быть. А он кто? Он пещерник у нас, да, получается? Против пещерника, вот. Раз. Придется трех разыграть. Разных, да? Два и... Где этот у нас? Я его не вижу. А, вот он. Эриматерий. Давай посмотрим. Просто хочется глянуть, что это у нас. Офигеть, это змея, это дракон какой-то самый настоящий. 95 к атаке у него идет. Да. Бонус возьмем. Ты сейчас серьезно, что ли, это все делаешь? Он копит, ребят. Копит очки действий. Нет, потратил два. Ураборос 66. Атакует. Смертельный был укус. Пробиваем. А, нет, не пробиваем, ребят.
Ну что ты там елозишь, елозит он мне. Придется ароматерия здесь тратить. А, так вот поставим. Ага, все сливай, прикинь. Ой, смотри, 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 что делает. Берет мертвую петлю и кусает. Он все, да, слил, по-моему, все. Поэтому нам достаточно здесь одной атаки. Ну, двух это максимум. Это только первый. Естественно, естественно, он опять встает. Недовольный, еще орет там что-то горлопан. Хорошо. Так, ребят, ну это, видимо, последний будет поединок, потому что я всю еду, все на слив даю. Ну что ты так долго? Опять встает, еще становится злее. Атака у него будет сейчас не 138, а сколько там? 170. Здоровье 5240. Нормально так. Ну, но нам не крышка еще, конечно. А, все, бомбанул. А что так интересно, странно. Эх. Ну, я, главное, свою лепту, ребят, воткнул. Ты понимаешь, да? Я все-таки подрался, так что... 14136 в копилочку я забросил. Так, 100 ДНК получил. 200. 300. 450. Нанесите. Нанесите 10 тысяч единиц урона. А что значит вызов и битва с боссом? Интересно, а чем отличается? Не знаю, ребят. Так, ну здесь я подрался, да? Тремя разными, поэтому примите ПВПшку. Так, ну что, а теперь я очень хочу, ребят, пойти, знаешь, куда? Блин. Так, эволюция, эволюция. Кого нам можно? Лимноселис, не хочу тебе. Так, кто у нас? Дилофазавр. Любого поставь. Во. Пускай лабиринтозавр, да? Эволюционирует потихонечку. За часик он сделается у нас. Так, а теперь у нас есть вот что. Мои любимые, ребят, дрожь земли. Поехали. Блин, правда, драться некем. Ну что, первый поединок должен быть таким легеньким, поэтому возьмем Капразуха и Стегу у Найзавра. Блин, зачем я две этих-то взял? Ёк-макарёк, зачем мне Капразуха и... Ай-яй-яй. Две рептилии. Вот, видишь? Ладно. Надеюсь, мы справимся. Меняем. Ну, он-то сейчас испугается, он тоже возьмет спинозавра, скорее всего, с ним. Или как? Должен поменяться. Нет, он взял тоже унозавра. Ну-ка, если я вот так сделаю. Ты посмотри, какой жук, а. Неужели три атаки пропишет? Слушай, он ничего не стал делать. Давай-ка я, наверное, поменяю на Капразуха. И, наверное, я буду атаковать. Ну, ладно. Нормально, нормально, ребят. Поменять, наверное, на Гацу, скорее всего. Да, он берет Гацу.
Но, как видишь, не добивает. Две атаки он потратил, две у него осталось. Нам должно хватить его пробить. Ух. Понял. Остальное, значит, он все закидывает на спинозавра. То есть это двоечку, 6 будет, да? А, у него одно. Ну, в любом случае, нам тут крышка сейчас пробьет. Естественно, их тестега завалит его. Раз-два. Раз-два. Иди отсюда. Ну, тут у него 84 хп. Что он тут сделает? Да ничего, ребят. Не, он вырубит, конечно, их тестегу. Но Капразух уже добьет. И то, если он захочет это делать. Он делает. И не добил. Ну все, тогда извини, парень. У тебя был шанс, но ты его упустил. Офигеть, это только первый поединок, уже такой жесткий. Угу. Первый поединок уже такой жесткий. Так, мы переходим с тобой на выжившие. Давай, давай, крути колесо удачи этой фортуны. Что нам здесь дадут? Ну, ё-моё, ну... Вот постоянно, сколько играю, замечаю, что всегда около. Вот чуть-чуть не хватает. Либо там один, либо два этих... Две карточки разделяет нас. Ладно, берем с тобой Ихтиостегу. Шурнозавра возьму. И Скафагната. Кстати, Скафагната бы надо тоже, ребята, прокачать. У нас очень много десятых уровней. Прокачать его по полной уже, да? Так... Диплодок. Блин, а у меня ни одного хищника не было. Упс. Ну что, я возьму бонус. По идее, шунозавр должен быть мощнее, чем диплодок. Потому что диплодок, он редкий, а шунозавр это все-таки легенда. Даже пускай самая слабенькая. Хм. Не стал ничего делать. Давай я сделаю вот так вот. Просто хочу посмотреть. Угу. Они даже чем-то похожи, да? Шунозавр и диплодок. Меняет. Дмитрия Кантозавра взял. Но, как видишь, ничего не стал делать. Поэтому... Поэтому я, ребят, наверное, все-таки его уничтожу. Да, вырубаем. Дмитрий Кантозавр упал. Возвращается опять же диплодок. Ну, тут мы распрощаемся, видимо, с Ихтиостегой. Да ладно. Че он там все вокруг да около шоркается, я не пойму. Не знаю, что он там предпочитает. Я буду атаковать. 5 хп всего лишь оставили ему. Это нормально. Это нормально. Ну что стоишь, смотришь? Давай, бомби или что? Вылупился. Вырубает, понятно. Огромную-огромную ошибку он сделал. Короче, мне нужно что? Две атаки. Раз-два. Раз-два. Угу. Все-таки взял две защиты. Пробить он нас не пробьет. Цератозавр. А вот это вот я не знаю, зачем он сделал. Валим. Неужели сейчас опять поменяется? В общем, мне Скафагната должно хватить и сюда, и сюда. Верно? Верно.
Он все слил? Все слил. Поэтому поехали. Здесь мы с тобой делаем одну атаку. Раз, два, три. Вырубаем. Не знаю, сколько диплодок будет. Ага. 134 к атаке. У нас защита, так что он не пробьет. А он даже ничего не стал делать, прикинь. Ну, проверим. Е. Yeah. Раскусили мы его. То есть он даже не стал защиту брать. Хотел себе бонусы там нахапать, но, видишь, мы его раскололи, раскусили. Так что нормально все. 35 место. Здесь... Ах ты, 75 ДНК. Давай дальше продолжать. Пока еще есть кем играть. Так, возьмем тираннозавра. Кстати, у нас два тираннозавра. Возьмем тираннозавра. Саркозуха. И опять же скафагната. Посмотрим, что у нас из этого получится. Зухамим, кентрозавр и гац. Кентрозавр. Но здесь бонус возьму сразу же. Зухамим мне не очень нравится. Не дай боже, он возьмет гаца. Будет плохо. Все-таки берет гац. А, кентрозавра? Так, это что-то новенькое, друзья. Это что-то новенькое. Раз-два. Раз-раз. Так, опять же Зухамим. Я думаю, что, наверное, на следующем ходу надо его разбирать уже. Попытаемся. Но только через Саркозуха. Попытаемся. О, шикарно. Ну, а гац уже нам ничего не сделает. Ну, он уничтожит, конечно, Саркозуха. Ну, а дальше ему, конечно, будет крышка. Сколько он потратит? Одну очку действия, скорее всего. Так и есть. Я, наверное, пока рисковать не буду. Сделаем вот так вот. 8. 8 очков действий. Неужели он все? Он сольет, конечно. Он может все слить. Не, парень, не прокатило. Поэтому до свидания. Вот и победа. Он раскололся, он стал нервничать. Ну и на этом, в принципе, и прокололся. Так, а мы с тобой переходим в охотники, ребята. Отлично. Крутим рулеточку нашу, и выпадает нам с тобой 20 долларов. По 5 долларов за бой, то есть я купил драки, которые были до этого. И они продолжаются. Они продолжаются, поэтому берем с тобой диплотатора. Возьмем тираннозавра и афекамима. Наверное, так будет оптимально. Но ты не забывай, что новый ранг, соответственно, динозавры будут уже посерьезнее, наверное. Так, уэрхозавр, афиакадон и уинозавр. Два травоядника. Два травоядника, блин.
Как-то ни туда, ни сюда. Ладно, сделаем вот таким вот образом. Нифига себе, у архозавра даже он может бомбить. Но это легенда. Бриллиантовая. Поэтому понятное дело. Если мы его вырубим, будет попроще. Ох, ё-моё. Смотри, он не испугался. А почему не испугался, ребят? Потому что он знает прекрасно, что он сможет с нами справиться, да? Да ты серьезно? Да. Это я даже не знаю, ребят. Давай так сделаем. Иду ва-банк. Ну давай, давай, что-нибудь там транжирь. Задумался. Ты смотри, что творит, а? Давай я так сделаю. Он должен расколоться. Вот он и раскололся, ребята. Теперь наша очередь. Так, значит, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Иди, Вася, погуляй. Афиакадон, 401 к атаке. Давай, давай, не шипи там, не шипи. Все сливает, отлично. Так, диплотатор. Ну что, делаем две атаки ему. Раз, два. Вот так вот. Шикарненько. Уинозавр вышел. Сейчас вырубит, скорее всего. Будешь тратить две атаки? Нет, он ничего не стал делать, ребят. Давай я так сделаю. Ага. Ну, давай что-нибудь сливай. Ты смотри, а. Еще разок. Все по старой схеме, да? Он должен расколоться, ребята. Он должен расколоться. Есть. Я, в принципе, этого и ждал. Ну что, тиранозаврик, все в твоей власти. Он твой полностью. С потрошками. Бери и хавай. Вот и все, друзья мои. Уинозавр отдуплился. Тиранозавр победил. Ну что, у нас еще на пару поединков там должно, в принципе, хватить. Динозавров. Опа, 24-я позиция. Дайте мне смелодона, пожалуйста, а? Нет. Дают деньги. Ну-ка, что у нас тут? Ну, давай возьмем нет, Эниозавра. Ихтиостегу. И Птернодона. Посмотрим, что у нас тут из этого получится. Какой противник будет. Опять у нас ни одного хищника нет здесь, в этой команде. В принципе, у него тоже. Но у него эпик. Сколько, ёк-макарёк. Ну это круто, блин. 2000 хп. Как тебе такой расклад при моих 180?
Да. Ну, он еще и брахиозавра берет. Блин, вот я теперь пожалел, что я не взял ни одного хищника, ребят. Я не знаю, давай я ва-банк иду. Я не справлюсь, ребят. Тут бриллиант. Тут гибрид. Сейчас как даст пошиячу, ну и все. Так и есть, ребят. Ну и что у нас получается? Да фигня получается. Тут-то мы ушатаем, а дальше что? А дальше ничего хорошего. Диморфодон, ё-моё, 773. Ему достаточно одну атаку провести по мне, и все, ребят. Нет, тут слив. Слив чистой воды. Печалька, грустно, конечно, но что поделаешь. Не, это, ребят, ерунда. Этот нас сейчас просто ушатает. Залманодон. Ему две атаки достаточно сделать, и все. Но он, естественно, будет все атаковать. Все четыре. Ну, будет для меня уроком. По крайней мере, я уже понял, что дальше уже идут нормальные такие динозавры, поэтому подготавливаемся. Берем Таниколагриуса, Тропиогоптера и... А кого еще-то взять? Ну, давай возьмем Карнораптора, фиг с ним. Моя команда может проиграть только рептилиям. Угу. Ну давай глянем, кто кого. Ну, в принципе, нормально. Процеторозавр. Это для нас ерунда, я думаю. Ютиранус тоже, в принципе, фигня. Меняет. Но ему крышка. Прианозуху этому. По идее, мы его должны сейчас ушатать. Даже если он взял одну защиту, а он ее взял. Ах ты, жук ты навозный. Не взял, ребята, он защиту. Да что ж ты будешь делать-то, а? Перехитрил. Ну что, атакуем? Окей, вырубаем. А, Метриакантозавра. Почему я его назвал Ютиранусом? Попутал, ребят, попутал. Ну сколько ему нужно? Две атаки слить? Получается, две атаки слить. Он сливает три, значит две у него остается. Два бонусных очка. То есть мне нужно четыре нанести. Раз, два, три, четыре. Проверим. Нормально, такой тоже расклад пойдет. Процеторозавр. Ну, здесь придется тебе, парень, выложиться, чтобы меня победить. 410 у тебя к атаке, у меня 1500 хп. Ну, он сам себе подписал смертный приговор. Карнораптор, выходи. Пора тут немножечко усмирить кое-кого. Слишком себя тут буйно ведет. Отлично. Единственная проблемка то, что у нас с тобой динозавров-то больше нету. Для дальнейших боев. Опачки, мы в хищниках. 5% лучших. Удачно залетели, да?
И... так, классические бойцы. Майюнгозавр. 65 очков доверия. 5000 уже есть, ребят. Ну что, последний, наверное, поединок, который мы с тобой, наверное, уже, не знаю, высасываем из пальца. Давай так сделаем. Если тут будут травоядники, то нам будет плохо. Давайте рептилии. Побольше рептилий. Блин, ты посмотри, а. Такое ощущение, что специальная команда подбирается против тебя, ребят. Просто вот специально. Ну что вот я тут сделаю? Не, ну я, конечно, вот так могу сделать. На самом-то деле. Против Таникалагру. Не, ну с такими-то, извини меня, атаками они его могут прижучить. Ты глянь. Вот такие вот пироги, друзья мои, делаются. Уй, на ринг. Зачем я менял изначально, я не могу понять. Ерундой какой-то занимался. Давай, колись. Вырубил, да, вырубил, не спорю. Блин. 1700 нужно ему пробить. Так, этого вырубаем. Игуанодон, это, по-моему, да? А, вот, Зелмаксес, вот, который мне нужен. Сколько? 1220 тысяч. Серьезно, что ли? 1220 к атаке. Он все слил. Ребята, он все слил абсолютно. Всю подноготную. Значит так, нам нужно сделать с тобой две атаки. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Так, и смотрим на трицератопса. Ну, слава богу, у него атака хоть маленькая. Слушай, а по-моему, мы победим здесь. Да? Друзья, я не ожидал, но мы здесь побеждаем. Отлично. Фух. Слушай, ну шикарно. Я не ожидал, на самом деле, что Таникалагрус здесь один справится. Но справился. Так, 71 место. Вот сколько играем, ни разу, ребят, еще не выпадало мне. А тут награда текущей лиги. Так я не могу понять, награда текущей лиги, а что для этого нужно-то? Это главная награда. Так, ну что, забираем с тобой. Так. Открыть. Деньги, деньги, баксы. Деньги. Очки доверия. И здесь у нас тоже три наградушки. Купите билеты розыгрыш. Какие? А, вот это вот, наверное. Или что? Ну, все, засчитали, засчитали. Тогда, получается, ребята, ежедневки выполнены абсолютно все. Так, у нас все тут стоит. Все активируется. 32 минуты, здесь все пучком. Да, ребята, ну что, на этом тогда будем закругляться. Обязательно увидимся уже в следующей серии. И, конечно же, продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.